Друзья, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня здесь, на моем канале. Хотелось бы сказать добро пожаловать в очередную карантино-болталку, но нет. Сегодня у нас с вами будет обзор бьюти-коробочки. Именно той самой от Royal Samples, которую я указала в названии видео. В общем, девчонки, я бы хотела начать своего рода такой марафон распаковок, обзоров новых бьюти-боксов, которые мне приехали совсем недавно, ну и также те, которые приехали уже давненько, я вам еще не показывала. Возможно, совсем скоро на моем влоговом канале выйдет очень интересный шок вложек, в котором я получила огромную кучу посылок, интересных коробочек, которые мы с вами будем разглядывать. И сегодняшнее видео я бы хотела начать с коробочки Elgirl Box. Вот такой вот красивый, супер красивый по своей расцветочке. Я обожаю вот эти вот яркие неоновые цвета. Решила начать с этой коробки, потому что мне очень хочется заглянуть вовнутрь. Я знаю, что здесь все такое молодежненькое, все такое яркое, игривое. Так как у роялов лимитки Elgirl всегда особенные, необычные. Поэтому я очень хочу посмотреть на нее вместе с вами. Ну что ж, давайте начнем, наверное, не с самой коробки, а с того, что не поместилось в эту коробочку. А не поместилось здесь много чего. Смотрите, что пришло в этой же посылочке. Вот это вот шло в комплект к коробке. Начнем мы с вами со средства Hello Kitty 3 в 1. Шампунь, гель и пена для мытья и купания. Вот такая вот совокада Hello Kitty. Давайте посмотрим, чем тут пахнет. Пахнет слабенько, но сладенько. За звук писклявый. Как раз для моих детишек самое то. Пришла вот такая косметичка красивучая. Все, что оранжевое, я называю мандаринками и апельсинками. Айджум тут написано, и косметичка в ассортименте должна была быть. То есть всем попадаются различные цвета. Мне попалась тьфу-тьфу вот такая вот, как раз такую и хотела. Так, открываем. Вот так вот. Внутри чего-то тут прямо дофига. Давайте посмотрим, что это такое. Так, это какие-то наклейки. Вот такой супер кот, мальчишка. Дальше. Вот такая вот девчонка в масочке. С музончиком идет. Дальше вот такая вот девочка. Кошак в ромашке. И тут карточка. Поздравляем с весной. Также есть донышко девочки, да? И она не сильно пахнет вот этой вот химозностью, резиной. Есть легкий запашочек, но не сильный. Только вот если приблизиться, да, принюхаться, издалека так не пахнет. Поэтому я думаю, на раз, два, три все выветрится. Вот такая красота. Кстати, очень прочная, жесткенькая. Дальше смотрите, что положили в подарок. В подарочек положили вот такой вот аромат огромный. Здесь 30 миллилитров. Смотрите, какая коробка, да, просто гигантская. Вот эта вот картоночка снимала. Аромат этот можно было получить, если вы оформляли подписку по предзаказу. И сейчас, насколько я владею информацией, этого аромата в комплекте с коробочкой не идет. Такая вот красивая коробочка. Тут написано Royal. Так, и мы сейчас ее с вами вскроем. Какой у нас с вами интересный марафон намечается. Столько всего мне вам еще нужно показать. Куча-куча всего будем с вами смотреть. Так, вот такая вот красота, девчонки. Открываем. Сейчас будет маленькая наверняка баночка, потому что обычно вот в такие коробки кладут маленькие упаковочки. Так вот, как я и говорила. Малюточка. Смотрим.
Вот так красивенько выглядит крышечка, да, смотрите, такие уголочки, такой прям квадратик и элитненький. Говорили, что вкусная водичка, не знаю, посмотрим. Ой, какая она своеобразная, какой-то такой аромат прям совсем новый для меня. Я таких еще ароматов не встречала. Приятный запах. Это не цветочки и не сладость, это что-то прям вот такое вот необычное. Подождем, может быть, раскроется как-нибудь. Но мне нравится. Теперь давайте перейдем к самой коробочке и посмотрим на содержимое. Очень красивые цвета здесь подобраны. Прям вот она такая летняя, сразу настроение поднимает. Теперь откроем крышечку. И внутри, вы видите, она даже еще не закрывается без тех средств. Даже вот все вываливается прямо из коробочки. Как круто! Так, смотрим, есть у нас описание, поэтому давайте будем прямо по листовочке смотреть. Так вот, вот, сколько тут всего. Вау, как же хочется скорее уже начать изучать. Смотрим, листовка. Вот такая вот у нас карточка. Оп-оп-оп. И давайте начнем. Ням-ням-ням, наверное, вот отсюда вот. И начнем с самого первого. И начинаем мы с Mixit, твердые духи с маслом миндаля. Я очень хотела эти духи в Mixit, но пока у меня не собрался полноценный заказ. И круто, что они пришли в коробочке, потому что я мечтала об этих духах. Давайте посмотрим, вот такая вот маленькая упаковочка, красивая. Видите, прям вот так вот она сияет, девочки. Она такая легкая, такое ощущение, будто бы там ничего нету. Надеюсь, там что-то есть. Так, вот-вот, открываем. Ух ты! Это напоминает бальзам для губ от Avon. Вот такие вот у них, потому что бальзамчики прямо вот в таких же упаковочках. Так, и здесь аромат в стике. Смотрите, прям это бальзам. Самый настоящий бальзам для губ. Видите, вот так же прямо и откручивается, и все дела. Так, куда? Давайте вот здесь. В общем, вы мажете, да? О, вкусняк. Я, конечно, зря намазала, потому что до локтя не дотянешься. Но вот здесь вот я еще более-менее дотягиваюсь. Пахнет приятно. И вы знаете, запах такой не резкий, не сильный, а какой-то вот такой легкий-легкий. Если наносить, например, за ушками, на запястье, мне кажется, будет очень даже приятнее. И вот сюда под носик, мне кажется, можно, чтобы самим тоже ощущать аромат. Приятный, кстати, аромат такой сладенький. Вкусненький. Далее здесь по списку Hello Kitty. Это у нас шампунь, который мы уже с вами вначале посмотрели. Следующим в позиции от Beauty Bomb жидкая подводка My Bomb Liner. Туши от Beauty Bomb я уже перепробовала. Теперь осталось заняться тестированием подводок. Смотрите, вот такая вот упаковочка. Черненькая в стиле Beauty Bomb. Тут все вот такое вот взрывное, написано, подводка для глаз. Дальше переворачиваем. От Libriderm мицеллярная водичка, я вижу. Вот она как раз лежит прямо сверху в коробочке. Упаковка объемом 100 мл. Красота. Смотрите, какое сочетание зелененького и синенького. Да, вот такая вот яркая взрывная упаковочка Libriderm. Хорошо, классно, буду тестировать. Далее мой любимый Faberlic. Добавил в коробочку гель для век. Такой гель я тоже не пробовала. Это линейка ICU. Я как раз хотела его приобрести в Faberlic, но видите, что-то меня остановило, потому что он должен был быть в коробке. Вот такая красивая упаковочка. И сейчас глянем на саму баночку. Вот она. Объем 30 мл. Гель для век с муцином улитки. Восстанавливает и обновляет нежную кожу век.
так. Вот пока все, что показываю вам, я это еще ничего не пробовала. Для меня это все новенькое. Далее от Блисток бальзам для губ апельсин манго. Вообще крутецкий, цитрус. Я уже говорила, что люблю оранжевый цвет. Вот смотрите, вот такой бальзамчик. Давайте даже мы его с вами откроем, почему бы и нет. Ой, какой цитрус. Знаете, прям такой вкусный-вкусный. Девочки, он сладкий. Он вообще супер, просто супер сладкий. Нереально сладкий вкус. Круто, и не першит в горле после того, как вы его попробовали. Ферборен CC и BB крем. Я так подозреваю, здесь саше пакетики. Да, вот они. Это у нас CC и вот такой вот у нас BB маленький. Так, и Фраше парфюмерная вода. С ароматами, оказывается, еще не все. У нас еще есть и Фраше. Вот в такой вот коробочке. Смотрим здесь, какой аромат положили. 15 мл. Миниатюрочка. Выглядит вот так вот красивенько. Следующий разворотик у нас имеет прозрачный гель для бровей. Поищем. Вот такая вот у нас фирма. Сейчас глянем. Вау, черненький. Черненький. Интересно, какой он. Прозрачный. Пахнет тушью. Ну, наверное, типа как масло, да, будет. Вообще жиденький. Не как масло, как водичка. Посмотрим, тоже надеюсь. Брошь ласточка или брошь воздушный шар. Я вижу в своей коробочке. Ух ты, ёшкинка, вот это что такое? Смотрите, что такое лежит. Хлебцы. Нифига себе, я подумала, это печеньки сначала. Так, брошь. Мне попалась брошь-ласточка золотая, вот такая красивая. Здесь на картинке фиолетовая, но у меня золотая, круто. Это красивее. Золотая, это красота. Вот так вот в моде, да? Смотрите, вот она ласточка. Красивучая. Сейчас мы ее отсюда возьмем. Немножко неудобно. Сюда так поставим. Главное пальчик не уколоть. Вот такая вот ласточка, девочки. Она золотая. Вроде сияет, да? Но издалека непонятно вообще, что ласточка. Просто какая-то блестящая штучка, но если приглядеться, вполне себе нормальненько так смотрится. Вот теперь добрались хрустящие хлебцы. Вот такая огромная упаковка. Да ладно. Мне вообще напомнило печенье. Если уменьшить эту упаковку, да, будет выглядеть как маленькая упаковка с печеньками. Что там за хлебцы-то интересные такие? Похрустенные. Сейчас загляну, мне прям интересно стало. Так. Вот тут вот такой пакетик. Так, вот. Ну и хлебца. Вот такие пробовали, смотрите, что это пахнет овсянкой. Кошачий корм напоминает. Если серьезно, прикольные. Такие как будто бы корочка, хлебушка затверделая. Еще овсянка, хлопья Геркулес напоминает тоже по вкусу. Вполне себе годится. Вкусненько. Я корочки люблю, хлеба хрустящие, поэтому мне вообще нормально так зашли.
спрей для волос. Вот такой вот. Вот он. 200 миллилитров в объеме. Естественный образ без утяжеления. Для укладки, легкое расчесывание. Розовенький, вот такой яркий. Ну. Скраб для тела кофе по-арабски. Вот такой вот скрабик, 50 грамм кофейный. А далее осталась термальная водичка от Урьяш. Ну, тут все понятно, да, вот она, знакомая. Ну и косметички, плюс набор стикеров. Вот видите ассортимент цветов, расцветочек и вот стикеры, которые я вам показывала. Ну и все, девчонки, вот тут вот такая вот нарезочка. В общем, девчонки, коробочка шикардосненькая. Кстати, вот эти хлебцы очень удобно ломать, они прям вот по кубикам отламываются. Я думаю, на сегодня все, буду заканчивать видео. Увидимся уже в следующей распаковочке. Следующая также будет очень интересная. Обязательно подготовлю для вас что-нибудь такое суперское и класснейшее. Пока. Увидимся совсем скоро.